Одна большая семья. Под таким названием в Линторе прошел фестиваль местных рэперов, который сплотил после долгого перерыва любителей и профессионалов в этом направлении культуры. Репортаж наших линторских коллег. Строители аншлаг. Да такой, что в городе бывает редко. Это яркий показатель популярности хип-хоп-культуры в Линторе. У нас время не было столько рэперов. Сейчас есть. Молодежь растет. Концерт хороший. Правда, рэперы одному тоже поют. Но все же так хороший концерт. Каждый участник исполнил неповторимые треки собственного сочинения. В рэперской среде плагиат неприемлем. Особо бурно зрители приветствовали темы о городе, семье, маме. Никакого таланта не нужно, да, мы читаем, просто нужно захотеть, нужно этим загореться и нужно просто попробовать сесть и написать. Это, в принципе, не так уж сложно, сейчас много людей пишут, мы как бы одни из них. На площадке выступили более 20 линторских рэперов. 13-летняя Даша впервые во всеуслышании читает трек собственного сочинения. Как признается автор, пишет обо всем, что в голову придет, чем мысли забиты. Всегда говорили то, что хорошо получается. Я потом уже решила пойти, мне подруга первая вот сказала, то, что очень хорошо. И привела меня в лидер, в этот коллектив. Мы стали заниматься вместе рэпом. Одной из составляющих хип-хоп-культуры является брейк-данс. Дмитрий в свое время был зачинателем этого движения в Линторе. Вернувшись из армии, он вновь собрал вокруг себя молодых брейк-танцоров. Признается, иначе не может. Вчерашнее хобби сегодня стало стилем жизни. Рэпера можно узнать, ну, в отличие, допустим, от того же рокера, их можно отличить. Они одеваются по-разному. Ну, допустим, я могу отличить, а вот остальные, по идее, тоже смогут. Те же вот кепки вот идут, они получаются прямым козырьком, называются кастрюли. Вот. Это вот чисто рэперские кепки. Капюшон сделал. Не, капюшон не обязательно, это я просто делал. Не, ну не только вы, я посмотрела, там на спине тоже одевают. Ну это да, это такой атрибут. Тоже подчеркивающий, в принципе. Организаторы и участники признают, судя по зрительному залу, концерт получился сверх ожиданий. Что очередной раз доказывает, хип-хоп по-линторски уже себя зарекомендовал.